образ сада в хрустале. У нас стоит неделю такая погода, обледенение. Сегодня вышло солнце, и хочу показать красивый пейзаж деревьев. Как все красиво выглядит. Ну, я называю этот образ в хрустале. Красота. Просто покажу, как выглядит структурно деревья на фоне такой красоты. Как выглядит жимолость. Подчеркнута вся структура таким блестящим, с блестящим эффектом, таким красота. Это мои сливки, такие формочки. Сливки, шелковица. Это моя красавица по форме бибаум, яблонька. Такое у нее искривленное очертание, выраженное под урожаем. На мой взгляд, смотрится очень красиво. Я хочу сказать, что сад, он может быть красив в любую пору. Я уже говорил об этом. Зеленый конус, цвет, плоды и даже в таком хрустальном виде.